Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. И у нас очередная серия по игре Kingdom Rush Королевская Лихорадка. Как видите, я накопил себе 3057 гемов, и я хочу потратить их в магазине на что-нибудь вкусное. Так, давайте мы, наверное, с вами купим вот эту вот ульту. Я ее так назову, да? Три штучки, фиг с ним, пускай будет так. Главное не потратить, как обычно, на какую-нибудь ерунду. И у нас вторая миссия в новом обновлении. Так, герой у меня будет пока еще Олах. Давайте посмотрим, что у нас по башням происходит. Так, это мы убираем, потому что я хотел сделать анчивку на маленьких уровнях, но пока не получилось. Там нужно нанести общий урон, по-моему, 30 тысяч воронами. Так, естественно, нужно будет это все дело заменить. Но надо вспомнить, кто-то просил, чтобы я вернул обратно шамана в группу. А я вот почему-то склоняюсь вот к этой, ребята, башне. Не знаю, в первой каточке она мне очень хорошо помогла. Будем смотреть, что нас ожидает вообще вот здесь. Ночь на болоте. Генерал, мы сейчас войдем в гнилой лес. Это самое опасное место в Орлдуле. Это наш единственный вариант. Если мы решим пройти в обход, то собиравшиеся в нем враги могут атаковать нас с тыла, пока мы будем маршировать на север. Будьте осторожны. В этих болотах много могущественной нежити. А значит, я думаю, что все-таки... Так, какой безумец? Не надо мне безумца здесь. Давайте, ребята, для начала на новичке поиграем. Безумец, ага, конечно. Ну что, поехали. Будем, ребята, смотреть. Будем смотреть. Если нежить, я так понимаю, опять же будут вот эти вот призраки, да, соответственно, скелеты и все прочее. Да, судя по тому, что здесь, ребята, ну, очень много вот этих кристаллов. У нас с вами, опять же, две дорожки. Опа, это что за красотка такая на болоте лежит на надувном матрасике, попивает себе мартини. Опа, 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 смотри, смотри. И, опс, и все. Утопите девушку в черной лагуне. Да. Нежданчик такой для меня был. Кто у нас будет, ребята? Привидение 15 штук. Соответственно, они получают урон от магии. Насколько мы это помним, значит, нам нужно ставить... Подожди, а вот эти вот башни наносят? По-моему, они наносят именно магический урон. Поэтому, ребят, давайте начнем, наверное, с них. Но не стоит забывать, что и здесь у нас есть подходики. Так, Олах, Олах, давай-ка мы... Кстати, это самая короткая дорожка, походу, делать, да? И нет, нет, вот, вот самая короткая дорожка получается. Самая короткая и самая опасная, потому что здесь всего лишь две башни я могу поставить. Ну, третья будет вот тут. Она как бы будет распределяться и вот на эту, и на эту дорожку. Хм. Да, но я боюсь, там пойдут, наверное, и скелеты, и вурдалаки, поэтому как бы одной башни здесь не ограничится дело. Твою ж налево, что ж тогда нам делать? Давай, наверное, костяных метателей тогда поставим еще. И все, да? Вот так вот. Ладно, ребят, давайте смотреть. Я Олаха перевожу вот сюда. Естественно, это пробный у нас вариант. Будем смотреть, что здесь вообще нас ожидает. Груда скелетов сейчас, ой, привидение побежит. Так, Олах, давай-ка иди сюда, потому что мы будем помогать. Так, луч будет бомбить их? Бомбит, отлично. Причем довольно хорошо. Очень хорошо он их жарит. Значит, мы с вами сможем накопить немножко денег. Если успеем, опять же. Ой, как классненько нажарит их. Замечательно просто. Да, кстати, мне один из подписчиков написал, что вот против скелетов очень хорошо рулят проклятые стражи. Ну, так, отлично. Сколько их там? 15 штук, да, будет этих привидений. Они потихоньку-потихоньку к нам как бы идут. Я не буду пока... Ага, активировалась вторая волна. Я даже... Скелеты. Ребят, скелеты почапали. Угу. Значит, будем сейчас, ребят, разбираться. Ну, если что, здесь есть у нас три вот этих вот кристалла, которые тоже наносят неплохой урон. Давай вот так вот с вами сделаем. И активировать будем потихоньку их. Так, а луч? Да, луч достает, но не так хорошо, как хотелось бы. Ладно, метатели костяные, я думаю, что справится с ними. Главное, чтобы Олах у меня здесь не погиб. Давай-ка мы тебя вот сюда еще чуть-чуть поближе передвинем. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Придется, ребят, активировать. Хочешь, не хочешь, а надо. Да, и Олах у меня, ребят, погиб. Хм. Почему-то я этому не удивлен. Да ладно, тут еще... Что? Кто? Так, прожариваем их. Нет! Нет-нет-нет-нет-нет, парень. Так дело не пойдет.
успокойся. Так, чумные летучие мыши, да? Давай почитаем, кто это такие. Это визгун. Оглушительный писк этих летучих мышей вгоняет в оцепенение самых могучих воинов. Летает и оглушает солдат. Понятно. Давайте, ребята, прокачку сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Олах. А это, ребят, для меня, я так скажу тебе, нежданчик какой-то, поэтому мне... Да, мне придется вот так вот делать. А хочу я этого или нет? Так, с мышами мы с визгунами справились. И это хорошо, ребят. Так, забомбили. 210 нужно, чтобы прокачать башню до второго уровня. Да что такое-то? Одна за другой волна. Ой, ребята, еще и оборотни побежали. Так, Олах, придется нам с тобой... Да чтоб тебя! И что ты мне прикажешь делать? Да елки ты, моталки. Ребята, откат у меня очень долгий. И смотри, что происходит. Так, активируем. Ну его, как говорится, в лес, да? Второй уровень башни. Второй уровень башни у нас прокачан. Ну, придется помогать. Фу, так, Олах, давай быстренько сюда перемещайся. Пока у нас есть такая способность и возможность. Здесь у нас скелетика вызовем. Точнее, прокачаем. Где, откуда волна? Призраки, значит, сюда опять придется, ребята, влепить башню. И опять же ее прокачать. И там еще и скелеты идут. У нас есть, ребята, луч смертоносный. Который, наверное, придется применить. Давай, прожаривай их. Так, прокачка хватает. Нам хватает. Так, что у нас там, ребята, творится со скелетами? Ага, скелетик наш немножко их придержал, и башня в этот момент поджаривает их. Слушай, я знаю, что хочу сделать? Я хочу поставить сюда болотную вот эту тварь. Она довольно неплохо бомбит, но понимаешь, в чем дело? Что у нас все вот эти вот места, да, где мы можем с вами строить башенки, будут постоянно зарастать. Или же нам лучше... Давай вот так вот все-таки сделаем. Наших, как говорится... Да что ты будешь делать-то? Одна за другой волной. Идут. Не было печали. Причалил вот этот... Я не помню, а как ты выжил? Парень, как ты это сделал? Ну, не добил, маленько не добил. Ну вот, видите, что я и говорил, ребята, будет постоянно зарастать. Ладно, надеемся, что этого хламончика мы с вами сможем подбить. Не забываем про кристаллы, вот про эти. Не забываем. Ой, как хорошо-то получается, смотри. Так, это прокачано у нас хорошо, башня. Вот здесь 300 нужно, да, монет. Обязательно нужно прокачать, я думаю, вот эту вот башенку. 300 монет, ага. Давай, ребят, поможем как-то нашим бойцам сдержать это все. Да чтоб тебя. Постоянно приходится, ребята, освобождать башню, чтобы она хотя бы функционировала. Олах, отойди, пожалуйста. Олах, отойди, говорю. У тебя мало здоровья там. Неужели ты не видишь этого? Вот, теперь еще лучше башня будет наша бомбить. И активируем вот этот кристалл. Так, ну что, пока вроде бы неплохо, я тебе скажу. Пока неплохо. Еще два впереди кристалла. А врагов все больше и больше становится. Ну что, надо нам... Да елки-палки, 240 здесь нужно. А вот здесь самое интересное, что нам лучше? Вот, эй, парни, стойте, пожалуйста. Куда вы разогнались-то, я не понял. Куда-то разогнались, сломя голову бегут. Давай вот так, наверное, все-таки сделаем. Хотел... Упал. Мой Олах, ребята, был повержен только что. Да что ж ты такой крепкий-то, а? Неужели мне придется, ребята, телепортацией заниматься? Судя по всему, наверное, придется. Но для начала мы их соберем всех в кучку, чтобы весь отряд, ребята, отправить в освояси. Так, давай, второй, подойди. Олах у меня, ребята, ожил. Олах ожил и начинает, естественно, их сдерживать. А мы с вами... И очень быстро он упал. Как выжил, так и упал. Точнее, ожил. А тут-то кто у нас собирается? Привидение, 10 штук, ладно, с этим делом, я думаю, мы справимся здесь. Так, башня опять неактивна, потому что, ребята, ну, сами понимаете, почему. Потому что ее в корне запутывают. Ну, давайте, привидения, где вы там? Где вы там, 10 привидений или 15? Ой! Погоди, а это кто такие?
Разъедающая душа. Множество душ голодных чудовищ, сплетенные в один. Эти ужасные твари всегда голодны. Наносит чистый урон. Это в каком понятии ты наносишь чистый урон? Олах, давай возвращайся. Не могу немножко врубиться, как понять чистый урон. А раньше что, у нас был грязный, что ли? Смешно, конечно. Так, прокачиваем, ребята, эту башню. Раз уж короткая дорожка. Привидения. Хорош, буянит. Какие-то типа... Они что-то вроде как оборотни, да? Только каких-то проклятых. Полудухи, полу... непонятно кто. А здесь нам нужно прокачать вот этот вот, ребята. Есть вероятность, да? Сокращает время восстановления луча на 2 секунды. Так, тут еще у нас и визгуны полетели. Визгуны полетели. Башню освобождаем. Ну куда ты разогнался, а, родной мой? Бежит он, сломя голову. Так, скелетик тут ему, да, на пути встретился. Естественно, он в заваруху, но... А этот может пробежать. Но я думаю, что вряд ли у него это получится. 330. Да нет, хорош, давайте помогать нашим ребятам. Во! Отличненько. Так, остается лишь сеточку, наверное, прокачать. И, конечно же, их усилить. Видите, ребята, скелет оглушенный. Вот что они делают, визгуны. То есть дезориентации моих юнитов, они просто ничего не могут делать. Просто тупо стоят и смотрят. Вот так вот, вот тебе и визгуны. Так, что у нас хватает? У нас хватает... Да чтоб тебя, заросла опять. И нет, пока не будем. Так, ребята, опять, по-моему, вот отсюда полетят визгуны. Были показаны летающие юниты. Ух, напряженно, конечно же, все это дело напряженно. Особенно, когда вот визгуны будут вместе со скелетами идти. А сейчас мои пушки будут, ребята, путаться. Кого бомбить? Естественно, нам нужно пробивать визгунов. Это само собой разумеющееся, да? Но, как видите, они переключаются именно на скелетов. Так, может быть, вжарить? Нет, я думаю, что пока луч тратить не стоит. А стоит нам... Да елки-то моталки. А стоит нам вот так вот сделать. Отлично. Пока вроде бы, ребят, все хорошо. Давайте бомбить. Бомбить, потому что тут уже напряженно все становится. И подмогу. Вот так вот. Визгуны и скелеты, да? Башню прокачали. Опять заросла. Опять заросла. И вот это вот, ребята, постоянно приходится контролировать. Потому что если мы можем с вами пропустить этот момент... И враг, естественно, пролетит. Атака, она, видите, бомбит и воздушные цели, и наземные. Вот эта вот башня. Ну и, конечно же, наши дьяволята. Что опять? Что опять? Кто собирается и откуда пойти? Ну ладно тебе, у нас тут только одна башня и олах. Слушай, вот сюда мы можем с вами поставить, наверное, еще одну башенку. Я думаю, что это будет хорошее вложение. И, надеюсь, мы с вами не прогадаем в этом случае. Потому что нужно еще 240 монет для очередной прокачки. Так, скелетик тут ввязался в бой. Ну, бомбит луч. Бомбит довольно неплохо. То есть они медленные, поэтому вот эти два луча, они должны справляться с ними. Но если здесь побегут какие-нибудь духи или скелеты, тогда будет очень тяжело здесь справляться с ними. Так, олах тут, я смотрю, что-то взбудоражился. 240, нам нужно еще одного подбить, и тогда я смогу прокачать. Отлично. Так-то оно будет лучше и спокойнее для нас всех. Еще не забываем про эти кристаллы. Активировать в случае сложной ситуации. Но. Идут не спеша, и денежка нам капает в копилочку. Так, опять тут заросло все. Да, неплохо бомбит. Слушай, а знаешь, что сюда нужно... Что такое? Откуда? Откуда? Откуда, ребят? Ну вот, я уже вижу, откуда. Вот единственное, что когда они в сетке, они не получают урона. Это плохо, на самом деле. Но они очень быстрые. А эти юниты очень быстрые. Олах, я думаю, что, наверное, тебе вот сюда лучше перейти, потому что там лучи справляются и без нас. Вот так. Эй-эй-эй-эй, парень, далеко собрался-то? Далеко ли ты собрался, родной мой? Так, а что мы можем с вами прокачать? Да много чего, в принципе. Вот так, каждого по одному. Ну, вроде бы неплохо справляемся. Пока все хорошо. Ребят, ну не забывайте, что уровень сложности вообще слабенький. Естественно, я это сделал для того, чтобы хотя бы посмотреть, что здесь и как. Обычно мы играем с вами на нормале. Кто-то играет на безумце. Но мне неохота перепроходить по 1000 раз, как в первой серии, да?
Один тот же уровень. Поэтому мы сделали с вами так. Угу, бегут. Давай, наверное, вот так сделаем. Вот эта башня у нас прокачана полностью. И это круто. Слушай, а смотрите, ребята, хоть он и в корнях, он все равно почему-то стреляет. Может быть, у нас будет запрет на вывод юнитов в случае смерти, если у нас башня эта зарастет. Не знаю, не тестил, не смотрел. Знаю, что сейчас побегут у нас перевозчики личи. Это что-то новенькое, ребята, лич какой-то сейчас появится. Ага, не было печали, давайте мы, наверное, с вами поставим болотную тварь. Давно я это хотел сделать. Вот, ребята, и лич. Совращенные силами тьмы волшебники, которых уже не спасти, владеют всеми видами черной магии. То есть они, наверное, могут еще и оживлять падших воинов, да? Превращать их в трупы. Ну, если это черная магия. Давай посмотрим, что. А, вот они как делают. Они призывают скелетиков. Угу. Ну, урон физический, по крайней мере, они получают. Так, Олах, наверное, нам все-таки надо сюда с тобой перейти. Перейти сюда. Сейчас будет, чувствую, ребята, сложновато. Так, башня, башня, башня. Надо ее прокачивать. Надо ее прокачивать в обязательном порядке. Или болотника нашего. 150, во. Ну, хотя бы так для начала. Что тут творится? Ты смотри. Идет армия. Причем каждый из них вызывает по скелетику. То есть они тут могут наплодиться. Будь здоров. Вот что я хочу, ребят, сказать. Это опасно. Это... Так, тут еще волна собирается бежать. Так, ну что, этих мы разбираем, причем довольно неплохо. Вот так мы сделаем. Надо нам прокачать Куда скелет пошел? Эй, вернись. Ой-ой-ой, а вот это уже плохо. Нам подбили нашего героя Олаха. Come here. А болотник-то что не работает? Потому что, ребята, он в корнях, как всегда, закутанный сидит. Как всегда, он сидит закутанный в корнях и ничего не может сделать. Что? Вызываем тогда следующую волну, раз тишина. Угу, понятно. Бегут, бегут отродья. Быстрый, конечно, я ничего здесь не могу, ребят, сказать. Очень быстрый. Так, тут прокачка полная. И вот это, ребята. Прокачиваем. Так, тихо, смотрим, наблюдаем. Нормуль, контролируем пока все. На всякий случай, ребят, будем активировать вот эти башни. А здесь у нас не по полной программе. Так что все хорошо. Вырубим этот лес и прокачаем полностью с вами облачко, тучку грозовую, так скажем. Слушай, ребята, это 13-я волна, нам осталось совсем маленечко, и мы этот уровень пройдем. Так, опять же, тут визгуны, да, 10 штук. А здесь личи. Сколько? 10 личей там написали мне? Я ничего не ошибся? В прочитке. Смотри, как они быстро уничтожают вот этих обычных скелетиков наших. Просто на ура. Смотри. Оп. То есть он делает всего лишь 2 выстрела, и они падают. Рассыпаются. Ладушки. Давай посмотрим, к чему это все придет. У нас, если что, есть с вами луч. Если будет какое-то здесь скопление, мы его будем с вами применять. Так, здесь у нас все отлично. Тут не докачано, да? 170 нужно монет. Сейчас мы с вами это дело сделаем. Потому что если уничтожается враг, он наносит повреждение всем окружающим. Да хорош! Да елки-палки, тут еще и призраки бегут. Но пока все солидно. Так, Олах, я не знаю, давай, наверное, мы с тобой сюда вот перейдем. Потому что тут пока тишина у нас наверху. И прокачать. А что нам прокачивать? У нас, по-моему, с вами все здесь прокачано. Единственное, что можем с вами установить, наверное. Ага, вот тут вот. Так, тихо. Куда вы разогнались-то, родные мои? В чем проблема-то? Да сколько там этих личей-то? Очень, ребята, много личей идет. Ну, личей не так много, а вот сколько они вызывают скелетиков, вот это да, это вот проблема для нас. Так, нет! Нет. Неужели пройдет? Неужели мне придется... Башни подобьют его? Да, господи, так, подбили, ладно, хорошо. Я, ребят, испепеляю их. Другого варианта я пока не вижу. Так, задерживаем здесь. Слушай, луч применяем. Применяем лучи. И, по-моему, это нам никак не помогает. Это нам с вами никак не... Олах! Да ну! Давай сюда, Олах, беги. А как так-то?
Как у нас так это произошло? Один прошел, да? Ладно, у нас есть, ребят, с вами пробирки. Если ниже там скольки, 19 будет, мы будем с вами активировать. Давай тогда сюда луч поставим еще. Ай-яй-яй, пробегают, да? Как будто это их и не колышет нисколечко. Башня, подбей, пожалуйста, его. Ниху... А, нет, хочет. Получилось у нее. Олах, ну господи, ну, ну что... А, он сам погиб. Идите вы отсюда, что-то много-то. И луч у меня, ребята, очень долго откатывается. М-м-м. Болотник, ты... Правильно, болотник закутанный весь. Вот она в чем проблема-то сейчас была. Активируем, ребят. Да что ж такое-то? Ай, да как же так-то все время, ребят? Луч, поехали. Луч применяем. Ну, уже лучше. Вот, вот, ребята, вам элементарная моя ошибка. На всякий случай я так сделаю. Просто вот забыл, как говорится, освободить из корней своих юнитов, своей башни. И, соответственно, они начали проходить потихоньку. А я думаю, что ж вас так много-то? Поэтому приходится постоянно, ребят, за этим делом смотреть. Ну, в общем, ребят, 15-я волна была. Сейчас мы уничтожаем вот этого вот последнего чувачка. И я думаю, что уровень будет пройден. Так. Да. Ну, естественно, на 3 звезды. У меня даже с сердечками, ребят, перебор. По сюжету дается их 20, а у меня аж 21 было. Ну что, сейчас мы еще с вами заберем занчивку, кристаллы, я так понимаю, да? И посмотрим, сколько в общей сложности у нас их будет. И куда мы продвинемся с вами, вот что мне интересно. Ага, я так и думал. Позже, позже. Я так и думал, ребята, что мы с вами вот сюда зайдем. Для чего, я пока не знаю, но я думаю, что там, наверное, будет какой-то босс. Это похоже на склеп. Так, ну где у нас тут? Ну, ух ты, 500, ребят, ну, это неплохо. Вот и пить девушку в черной лагуне. То есть, Блэкберн возвращается. Собери 5 частей доспехов лорда Блэкберна. Хм, слишком поздно. Найдите Слендермена, существо из древних страшилок. Это вот, ребята, у нас новые анчивки такие. Ну, что прикажете делать? А, кстати, а где у меня 3 звезды не хватает? Где это я так... А, это, наверное, в дальнейших уровнях. Или, подожди, или это все еще в старых. У меня, по-моему, все уровни пройдены на 3 звезды. Единственное, что некоторые этапы не пройдены, например, как видите, на героическом, да, и на железном испытании. Но это очень тяжело теми башнями, которые они дают для меня, по крайней мере. Даже на режиме новичка. Но все равно, рано или поздно, у меня вот все такие будут значки. Придется попыхтеть, попотеть, но мы с вами сделаем. И 710 гемов. Естественно, этого мало. Я могу только позволить себе купить. Хотя я не буду тратить. Не буду. Ну что, ребята, давайте, наверное, с вами пойдем в склеп. Называется у нас уровень «Древние призраки». Ну вот и настал этот час. Осталось приложить последние усилия, чтобы избавиться от этой жестокой угрозы. Они задействуют все свои ресурсы, чтобы сокрушить нашу армию. Генерал, мы должны ответить тем же. Эти призраки уже мертвы и обладают огромной энергией. Ослабьте их, чтобы я мог отправить их в заточение. Хм. Чтобы отправить их в заточение. Эти призраки уже мертвы. Хорошо, давайте, ребят, посмотрим, что же нас тут будет поджидать. Так, секундочку. Ты не прислал нам положенных по договору души. Поэтому мы заберем твою. Ребята, а это случайно не последний уровень, а? В этом обновлении. Как-то... Как-то вот мне вот так кажется почему-то. Так, а вот, ребята, и доспехи. Я вижу, разбросанные они. Давай попробуем собрать. Все, по-моему, да? Нет? Ага, все. Слушай-ка, неужели вот этот Блэкберн оживет и пойдет? Это будет опасно. Так, привидение. Все, я понял. Раз тут привидение, значит, нам нужно устанавливать сюда вот эту вот башню. Вот эту вот башенку. А защищаем мы с вами две дорожки. Три дорожки мы с вами защищаем, да? Олах, я боюсь, тебе тут придется побегать. Ну что, первая волна, я думаю, что... Я надеюсь, эти пакостники не будут мне здесь мешать. Давай, ребята, поехали. Первая волна. Олаху придется немножко вернуться обратно. И не забывайте, ребят, смотреть, где у нас будет следующая волна, чтобы успеть прочитать, кто там будет, что за враки, чтобы нам подготовиться к этому делу. Пока все должно быть хорошо.
Так, подбиваем, зарабатываем с вами монетки. Тебя никто не спасет! Кричит черепундель вот этот вот, который кружит. Мне кажется, потом эти души просто залетят в него, и он оживет. Вот, хоть убей, но вот так вот кажется мне. Только не говорите, что это будет действительно последний уровень. Я очень огорчусь. Это будет слишком коротенькое обновление. Я думаю, что мы пойдем вниз с вами. Ну. А, да, да, это, скорее всего, ребят, последний уровень. Потому что нам не хватает всего 3 звезды. Если мы этот уровень пройдем на 3 звезды, у нас будет фулка. Что, где, кто? Кто, ребята, я не понял. Так, тут еще привидения ползут. Ладно, давай. Да что такое, Олах? Отменись. Давай, 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 давай. Давай быстрее, 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 быстрее. Да елки-палки, не хватает маленько. 300. 300 нам нужно. Ну. Ну, жарь, жарь этих призраков. Пока справляемся, пока успеваем. Вот тут мне интересно, справимся мы или нет. Пока все отлично. Прокачка. Они идут, ребята, по вот этой самой короткой тропинке. Угу, это плохо. Давай добьем. Тут что нам? Нам, наверное, придется вот так, ребята, сдерживать. Да что ж ты будешь делать? Так, одни только... Опа! Олах, нам пора. Нам с тобой пора. Давай вот этих вот, ребята, наших демонят вызывать. Да хорош, он еще на другую сторону пошел. А здесь-то у меня ничего нету, кроме вот этого луча. Подбили. И слава богу. Тогда вот здесь тоже нам... Давай, наверное, сделаем... Во, метатель. Ребят, конечно же, метатель. Но луч, что ли, придется? Придется тратить луч, а я не хотел этого делать. Я... Олах, иди сюда. Иди сюда, наверное, потому что они бегут вот по этой дорожке. Ну. Я надеюсь, не будет сейчас какой-нибудь обманочки. Нет, пока бегут все правильно. Чтоб тебя. Ну, 150 нужно, не хватает маленечко, во. Тут-туру, вот здесь тут-туру. Что ж ты будешь делать? Башня, ты справишься? Вряд ли. А знаешь, почему вряд ли? Ну, может, успокоились все-таки? Да какое, блин, погибать-то сейчас ты вздумал? Олах, ё-моё, я на тебя сейчас рассчитывал, ты взял и погиб. Ну, ты молодец. Ну, ты красавелла просто-напросто. Ладно, хорошо, хотя бы телепортация у нас есть. Скелетики эти слабенькие, давай прокачаем. Олах, давай резко, резко вставай, оживляйся. Иди сюда. Иди сюда со своим смоуки. Угу. Так, у нас вот тут, ребята, есть лучи. Давайте активировать их. Так, и прокачка. Конечно, нужно косолома призвать. По большому-то счету. Ай, луч, ребята, отвлекается. Очень отвлекается у нас луч на скелетиков. И, соответственно, вот эта вот громозека проходит себе спокойненько. Да что тебя разорвало? Тут привидения пошли. Ладно, хотя бы с привидениями могут справляться вот эти башни. Причем довольно неплохо. Ну, Олах, ты будешь его поджаривать? Нет, нет, ребята. Луч, что ты спишь? Давай так вот сделаем. Ну, да должны подбить, ребята. Ой-ой-ой, еще. И вот эти вот, ребята, у нас визгуны тут появились. Визгуны летят. Так, 200, во, вот так вот. Отлично, отлично. Нам нужно прокачать последнюю усиленную вот эту кость. Да? Чтобы мы с вами хорошо бомбили. Ну, конечно, хотелось бы скелетиков, но я думаю, что... Где-то нужно влепить склеп. Может быть, даже вот здесь. Все-таки я поставлю склеп, ребята. Почему склеп? Ну, сами понимаете, да? Есть приворот. Также здесь дополнительные две горгульки будут. А скелетики эти черепундели все летают. Башня все-таки очень хорошо нам помогает, но ее надо прокачать. Ее надо прокачать. А, да-да-да-да-да. Ну, молодец, башенка. Тьма окутывает земли. Окутывает. И земли, и все, что хочешь, окутывает. Как-то вот большой разброс. Мне не нравится. У нас с вами большой разброс. И Олах здесь один бегает, ну, он запарится на самом деле. Ну, хотя есть кристаллы вспомогательные. Давай попробуем так сделать. В помощь нам, как говорится, закинем. Ты че, рассыпался. Склеп, склеп. 230 до полной прокачки. 230 денег. И надо будет подготовить. Я думаю, что, ребята, вот этот вот пойдет, когда он пойдет, наверное, по какой-нибудь самой длинной дорожке. Поэтому нам нужно будет ее очень хорошо защитить.
Нам нужно будет... И вот эти, конечно, нужно прокачать еще. Вот. Или башню все-таки нам лучше. Я в небольшом таком растерянности. Потому что нам нужно и склеп, и это... Кто-то мне говорил, сделай много слабеньких башен. Ребята, не всегда это дело... Да ладно! Да ладно! Ну вот это ты меня порадовал. Ты еще и личей сюда вызвал, да, своих? Ты молодец, ты красавчик просто. Надо, ребята, их испепелять на ранней стадии. Чтоб не выеживались они здесь. Ну? Не можем уже со скелетиками справиться. Что за дела-то? Нет, парни, так дело не пойдет. Они стоят, считай, ребята, позади. Просто вызывайте этих скелетов. И они мне травят душу, жизнь. Все, что хочешь. Проходит, да? Пройдет? Нет, не должен. Блин, мне придется, ребята, так сделать. Уж извините, я знаю, что хотел не тратить, а тратить только на боссов. Разъедающая душа. Это у нас эти бегуны, ребята. Так, а что? Блин, я хотел, ребят, склеп прокачать. Все, я склеп лучше прокачаю здесь. Луч, давай, не подведи меня. И вызываем с вами горгулек. Но лучше мы их поставим вот сюда. Потому что, ну, тут как-то не совсем... Да что такое ты? Я же тебя попросил. Вот, перелети сюда, горгуля. Олах, один. Хотя не один, костолом здесь у нас еще есть в помощь. Отлично, здесь должно все прокатить. Да ладно тебе, Олах. Ну, ты вот, вот постоянно, вот как ватник, ребята. Кряхтит, пыхтит там что-то и погибает. Причем моментально. Но сдерживаем. Не пропускаем никого. Вот сюда бы, наверное, болотника нам не помешало, ребята, поставить. Вот сюда именно. Но опять же нужно контролировать. Хотя вот, вот куда нужно болотника влепить. Ну, где волна? Откуда пойдет следующая? Ну, Олах, ну, чтоб тебя, а? Ты меня просто радуешь. Олах, ты меня так радуешь. Прям вот неописуемо. Смотри, что происходит. Сколько вот он вызывает этих скелетиков. А почему они, мне кажется, сильнее, чем те, которые, ребята, просто идут по призыву? Может быть, мне, конечно, это и кажется. Давай его немножко отвлечем. Немножко отвлечем. Их бы, конечно, всех в кучу бы собрать, да, и бомбить спокойненько. Тьма окутывает землю. Опять этот там кричит. Я сделаю, наверное, вот так вот. Ага, ага, ага. Подбили. Чем меньше будет вот здесь, ребята, у нас лечей, тем нам будет спокойнее. Да ладно, еще мои эти олушки. Так, горгуль, придется вам сюда перемещаться. Сдерживать надо скелетов. Хотим мы этого или нет. Так, достанет луч? Нет, он достает только до скелетов. А этот тоже не достает. Плохо, что не достает. Вот что я хочу сказать, ребят. И улучшить башню пока не могу. Давай, наверное, еще одну горгульку призовем с вами. Ну, давайте хоть кого-нибудь там подбейте. А мы не получаем, что ли, деньги за призванных вот этих вот скелетов? Получается так? Там, ребят, следующая волна на горизонте. На горизонте виднеется следующая волна. Давай вот так вот сжаривать. А, отлично. Погоди, что я хотел? Я хотел еще горгульку одну призвать. Нет, парень. Давай-ка обратно. Давай-ка обратно. Олах! Олах, 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 срочно, срочно беги сюда. Сдерживаем, ребят, как хотите, но надо сдерживать. Луч. Ну. Что это? Что это, я вас спрашиваю? А как они? Погоди, я не понял, а каким образом они? Да чтоб тебя. Блин. Секунду, ребят, секундочку. Одержимость. Может быть, как-то поможет нам? Поможет нам, говорю, одержимость или нет? Давай, башня, бомби. Вон они, эти личи, стоят и наслаждаются жизнью. Так, лучик пока наш свет надежды бомбит. Оборотни, оборотни! Куда вы бежите? Ну, ладно, этого поджарит. Так, я не пойму одного. Горгуль, я же вас сюда направляю. Что вы постоянно творите? Все. Как бы вот так должно у нас быть это дело. Улучшаем нашу башню и, естественно, улучшаем наших морских дьяволов. Тут-то у нас как пойдут дела? Пока все хорошо, да? Пока все под контролем. Так, отлично. Все под контролем? Да не все, ребят, под контролем-то. Смотри. Ладно, справились.
Ни одного пока сердечка мы с вами не потеряли. Но это только начало. 11-я волна. 11-я волна, и я надеюсь, тут все-таки не будет босса. Так, что у нас там? Нам надо прокачивать с вами болотную тварь. Так, опять же, просто скелетики. Ладно, это хорошо, ребят. Просто скелетики меня устраивают. Они довольно ватненькие. Тут нам надо прокачать нашу башню. Вот смотрите, эти, по-моему, намного легче, чем тех, которых призывают личи. Ну, с ними быстрее мы справляемся, это однозначно. Это видно даже невооруженным взглядом. Надо лучше прокачать. Надо... Олох, подойди поближе вот сюда, пожалуйста. Потому что у тебя есть массовая атака, которая нам здесь очень должна хорошо заходить. Слушай, луч мне нужен. Потому что, мне кажется, тут будет сейчас... Ага. Она зревает. Напряженная, так сказать, обстановочка. Давай сюда, вот прям в кучу бросим. Прям в кучу бросили с вами и... Давай луч применим, что мы с вами... Ну, естественно, ну кто бы, ребят, мог сомневаться, что... А, Олох сразу же воскресился. Это радует уже. Можно, конечно, сюда горгулик переместить, но я думаю, что не стоит. Не видать тебе больше лучей солнца, кричат эти черепундели. Это мы еще посмотрим, кому там чего не видать. Не, парни, так дело не пойдет. Давайте-ка вернемся, наверное. Горгулечки. Камон. Смоуки. Да, вот тебе и смоуки. Посмотрим сейчас, как у нас тут пойдут. Ну, смотрите, скелетик нам здесь поможет. Задержат малька. Ну, тут справились. Тут, ребятушки, мы с вами справились. Так, это 12-я волна. 210 нужно. А башня у нас здесь не прокачанная, да? Понятно. Башня не прокачанная. Подожди, давай мы, наверное, вот это вот. Он травит потихоньку, но как-то вот я не вижу особо сильного эффекта. Ага. Так. Я надеюсь, что тут мы справимся. Вот сюда, кстати, надо что-то такое поставить. Я не знаю, может быть, еще один луч? Хорош вам уже, разошлись тут, разгулялись. Как по подиуму. Ну, 210 монет. Все время проблемы с деньгами, ребят. Постоянно, вечно, я бы так сказал. Ладно, сделаем. Хотя они идут на определенном расстоянии. Кто там у нас будет следующий? 10 штук личей. 10 штук личей. Олох. Ты понимаешь, да? Чем это пахнет? Это пахнет проходом. То, что скелетики здесь могут прорваться. Ладно, этого мы сейчас забомбим. Башня. Не знаю, поможет ли она нам. Да и этого тоже нужно прокачать. Ну что, погнали. Следующая волна. 13 из 15. Поэтому ждем. Вот тут можно было бы что-то поставить, но опять же, эту территорию нужно контролировать постоянно, потому что она может зарасти. Как же меня бесят личи. Именно своими вот этими вот призывами скелетиков. А, здесь бы знаешь, кто хорошо пошел бы, ребята? Ведьма. А знаете почему? Потому что она делает немоту. А вы знаете, что такое немота? Они сразу перестают использовать заклинания. И это круто. 210, ясно. Вот смотрите, ребята, вот эти вот скелеты, да, вот они, вот смотри. Они, мне кажется, они крепче. Хотя, может быть, я... Мне так кажется. Эй, как всегда. Олох, как всегда, за свои фокусы. Давай, поджарим этих личей. Не добили все-таки, чуть-чуть не добили. Да что ты... А, во. Успел рисануться, да? Молодец, красавчик. Прокачиваем нашего болотника. Вот хорошо, когда луч именно бомбит по личу, а не по скелетикам. Он его взял в прицел и все, и дожаривает. Ну, смотрите, очень-очень-очень-очень медленно он его прожимает. Олох, ты только и умеешь там ныть, я смотрю. Только и ноешь, только и плачешь все время. 240, да? Вот сидишь и думаешь, кого лучше прокачать здесь? Вот эту вот башню или болотника? Я все-таки, наверное, башню, ребят, докачаю. Ну, 240, вы дадите мне одну монетку всего лишь. Да, Олох. Падает и падает. Ёлки-палки, это наш. Я уже думал, как он там пробежал, но это наш.
наш родной аулух у нас там валяется в пепле. Давай так применять. Но. И они почему-то еще... Ага, во. Вот то, что нужно. Так, так, так. Нормулька. Отлично, ребят. Можем прокачать эту башню. И не хватает нам для нашего болотика, чтобы его прокачать до последней стадии. Что? Где? Так, ну я надеюсь... Эй, погоди, погоди, олох. А олох у меня, как всегда, олох. Прям как олух. Я понял, разделились, да, ваши команды. Поэтому горгулик мы, наверное, вот сюда, ребят, с вами мы должны поставить. Эй-э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 й. Отлично. Пускай стоят. Но, молодцы. Так, давайте, наверное, вот так сделаем. Дополнительная душа нам не помешает здесь, на самом деле. Так. А ну-ка. Успокоились. Да, не слишком быстрый, я боюсь, что мы с вами тут можем не справиться. Да что ж такое-то, луч-то какой-то коротковатый. Ну, вы же по фулке прокачаны, что вы там дурочка валяете опять? Эй-э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 й. Ты понял, да, что произошло? Приворот был. Элементарный. Кто, где? С двух сторон теперь пошли у нас личи. Понимаешь? С двух сторон личи пошли. Ладно, давай смотреть, кого нам, в какую очередь. Давай, наверное, вот здесь в первую, да? Может быть, это была моя ошибка. Может быть. А может быть и наоборот, все хорошо. Так, болотник, ты как себя чувствуешь? Хорошо? Уютненько тебе тут в болоте в этом. Ну, естественно... А нет, олох жив. А что он тогда там бубнит? Что ты бубнишь-то, меня с панталоги тут сбиваешь? Ребят, что тут происходит? Я не могу понять. 15-я волна, давай, наверное, бомбанем магию. Давай, сделаем. А? Это была последняя, да, волна? И тихо, 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 тихо. Смотри, что. Над тобой нависли тени. Приготовься. Я уже готов, ребят. Я уже готов. Я уже, кажется, понимаю, что сейчас... Телепорты какие-то открываются, да? Древний призрак. Древний, ребята, призрак тут у нас появился. Он идет потихоньку. Они идут с двух сторон, даже я бы так сказал. А ну-ка, давай проверим. На зубок, так скажем, да, его. То есть два босса, что ли? Мне нужно и этого одновременно бомбить. Хорошо, давай проверим. Да вот что, такой ничтожный урон? Смотри, ну здесь вот хорошо бомбят призрака вот этого. И здесь, кстати, тоже неплохо. Может быть, все-таки обойдется все это дело? Так. Что я хотел, ребята? Погоди, мы одного призрака уже ушатали. Да ладно, не может быть, что он такой ватный. Это все подыгрыши, елки-палки. Подыгрыши, что за слово? Нет, парень, ты, я могу? Я не могу его телепортнуть. Погоди, олох. Иди сюда, родной мой. Что-то тут совсем все очень плохо. Освобождаем место под что? Под что освобождаем? Под луч? Ну давай под луч. Ну! Давай всякими, ребята, путями бомбить его. Блин, мне неохота. Ну, придется, наверное. Не хотел я тратить последнюю, ребята, магию эту. Но я просто побоялся, что он пройдет. 3 звезды, 144 гема мы зарабатываем. И смотрим, последний ли это был уровень или же нет. Мне, конечно, не хотелось бы. Вот серьезно говорю, слишком коротенькое тогда будет обновление у нас. Так. И все. Да, ребята, вот это было все. Все обновление. Жаль, очень жаль, я только разошелся. Только раздухарился. Но почему-то мне кажется, что в ближайшее время что-то появится еще. Ну вы посмотрите сами. Вот эта территория просто пустует. Просто пустует. Мы должны с вами сюда попасть. В любом случае, хотим мы этого или нет. Я бы даже на маячок бы на этот прогулялся бы с удовольствием. Да, ребята. Последняя была миссия.
Немножко, конечно, меня это расстроило. Я хотел, думал, поиграем с вами. Я думал, что мы все-таки действительно пойдем сюда вниз и поиграем довольно-таки долго. Но, как видите, мы с вами пришли просто-напросто в склеп в этот и уничтожили. То есть, я так понимаю, что Везнан убил этих призраков, да, древних, и вернул себе независимость в данный момент, потому что он всегда играл за зло. Продал там душу на силу, там, да, чтобы управлять армией нежити. И это ему надоело, решил, как говорится, забрать свое право, да, на свободу. Ну, почему-то не показали никакой заставки, конечно. Все-таки, наверное, будет продолжение, ребят. Я на это очень сильно надеюсь. Ну что же, а мы с вами закругляемся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!